Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня буду пополнять мою коллекцию новыми игрушками, благодаря посылочкам от моих любимых подписчиков. Накопилось целых 4 посылки, пора их распаковать. Интересно, что внутри? Ставь лайк и поехали. И первая посылочка будет от Елены. Так, сразу вижу капсулу от Киндера. Посмотрим, что тут. Это коллекция обезьянок из серии Натунс. Смотри, какие они мохнатые. На львов похожи. Наверное, самые пушистые обезьянки. Маленький такой прикольный. А вот и вкладыш. Да, коллекция Натунс. Обезьяны трескают бананы. О, этот пакетик даже запечатанный. Коллекция Sweetbox, Tati, Teddy and My Blue Nose Friends. Серия с обезьянками. Коко. Любит быть в центре внимания, он всегда воодушевлен на любого рода авантюры, хорошо играет на музыкальных инструментах. Так, ты как стоишь? На одной лапе? Да ты еще обезьяна-акробат! Шикарная коллекция с бархатными обезьянками. Каждая обезьянка, как и положено, голубой носик. Смотрится круто, по всему телу есть заплаточки. Так как это игрушки. Длинный хвост. Мне нравится эта коллекция. Серия обезьянки Tati, Teddy and My Blue Nose Friends от Sweetbox полностью собрана. Так, вкладыш от Sweetbox, коллекция Sony за Sony. Мне в этой серии не хватало только котика. Котик спит, раскинув лапки, он играл с клубком, царапки. Спи, устал и засыпай, баю-баю-баю-бай. Так, а где сам котик? Вот он. О, у меня кошка любит так лежать на спине. Выставит своего пузика. Ей нравится, когда его чешут. А этот котик, кстати, на лису больше похож. Расцветкой. Лежит на матрасике, отдыхает. Или это лежанка у него такая. Сам котик бархатный. Серия Sony за Sony и Sweetbox полностью собрана. Что еще есть в посылочке? Так, пару капсул. Игрушки даже поролоном проложены. То есть пенопластом. Чтобы не помялись. Сервис. Это серия Чупа-Чупс Фиксики против Крабата. Сегодня 12 игрушек. Мне не хватало двух. Дим Димыч. Только вот пока посылка ехала ко мне и лежала у меня, я уже нашел эту игрушку. Жалко. Мне нужна Катя и Нолик. Это Fire. И он тоже у меня есть. О, это барашек из другой коллекции Sweetbox My Blue Nose Friends. Смотрите, какой он кудрянький. Смотрится круто. Вот эта серия мне нравится еще больше, чем обезьяны. На зефирку похож. Из бархатной коллекции животных Tati, Teddy and My Blue Nose Friends у меня уже собрано 8 игрушек. Осталось найти еще 2. Бычка и мамонта. Все, посылочка подошла к концу. Большое спасибо Елене за замечательные игрушки. Они пополнили мою коллекцию. Следующая посылочка от Светланы. Так, посмотрим, что тут. Как эта коробушка открывается?
Так, вот здесь еще надо открыть. Получилось? Сундучок скрыт. Ух ты! Да это же злобный ковбой из Луни Тюнс. Марийки у него большие усища прям до самого пола. А во рту он держит свисток. Шикарная у него ковбойская шляпа. Качество игрушки отличное. Не помню, правда, какого года эта серия. Надо посмотреть будет. А вот эта игрушка очень нужная. Она из серии «Городские собаки», только ее мне не хватало для сбора всей серии. Это собака Хиппи. Играет на гитаре и просит денежки. Работать Хиппи не хотят. По-моему, порода этой собаки Колли. Серия «Городские собаки» 2010 года из Kinder Surprise полностью собрана. А вот еще одна игрушка из Looney Tunes. Это цыпленок по имени Твити. Он, похоже, играет в футбол. Наверное, вратарь. Прилег отдохнуть возле мячика футбольного. Тут даже разметка на поле есть. Да, у него вратарские перчатки, точно вратарь. С какой-то спортивной коллекции Looney Tunes. Из серии Looney Tunes Active 2008 года Kinder Surprise у меня пока собрано 6 игрушек, а осталось найти еще 4. Что у нас тут? Еще одна коллекция Tati Teddy and My Blue Nose Friends. Вайс, мудрая полярная совушка, которая любит книги, она с удовольствием займется чтением, пока ты занят. Смотрите, какая прикольная. Голубоносатая совушка. Жалко, что эта коллекция пластиковая, а не бархатная, как предыдущие. Серия пластиковых Tati Teddy and My Blue Nose Friends и Sweetbox полностью собрана. И последняя игрушка осталась тут. По-моему, этот бегемот-рэпер из серии «Бегемотики шоу талантов». Читает рэпчик. Штаны у него широкие, майка и бейсболка под номером 1. А, он не читает, но похоже брейкданс танцует. Вот так фигурка лежит. Из серии «Бегемотики шоу талантов» 2009 года Kinder Surprise у меня пока собрано 6 игрушек, а осталось найти еще 3. Коробочка подошла к концу. Огромное спасибо Светлане за классные игрушки. Следующая посылочка будет от Евгения. Она уже покрупнее. Внутри черный пакет. Надеюсь, не с бомбой. А в черном пакете сверток газеты. Так, по-моему, упаковывают контрабанду только. Газет много. Нет, внутри игрушки от Киндера. Вот и все достанем. Ну, вроде все. Давайте смотреть, что же мне прислали. Много вкладышев. Да это коллекция «Университет монстров». Так, один лишний.
Всего в этой коллекции 9 игрушек. А сколько у меня вкладышей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне прислали всю коллекцию. Вот это круто! Посмотрим на все фигурки. Я этот мультик давно смотрел, уже и не помню, как всех персонажей зовут. Это кто-то осьминогоподобный. Прикольные у него руки сделаны, как щупальца настоящие. Вот этого монстрика помню. На ящерицу похож. Лап у него очень много. А это настоящий демон из ада с огромными рогами. Стоит с деловым видом. Какая-то квакозябра с очень плохим зрением сидит на стопке книг. Выглядит жутко. Хотели бы себе такого домашнего питомца. Рожки у него есть и зубки, как у зайца. Салли Монстрэш. Собственной персоной. Высокая фигурка. А это какой-то орел рогатый. Классная у него курточка. Себе такую хочу. Многоглазик. О, такая фигурка у меня, по-моему, есть. Но теперь у меня вместо одной фигурки есть вся серия. Здорово. Кстати, прикольный монстр, у которого две то ли руки, то ли ноги. И огромный зубатый рот. Ну и последняя фигурка, главный персонаж, Майк Вазовский, приколыш. С книжкой под мышкой. Учиться пошел. Серия «Университет монстров» 2013 года из Kinder Surprise полностью собрана. Еще здесь есть вкладыш «Феи Диснея». Но тут доп. Цветочек. Вот так он выглядит. Мне, кстати, не очень нравится, когда допы добавляют к основным сериям. Лучше побольше фигурок делать в коллекции. Так, что у нас в следующем пакетике? Это, похоже, Белоснежка и 7 гномов. Какой старенький вкладыш. У меня из этой коллекции, по-моему, ни одной игрушки нету. А сейчас будет. Смотри, как реалистично лица сделаны у этих фигурок. Гном опирается на большой молоток. Качество мне нравится. Как-то мимо меня эта серия прошла, не попадалась мне. Так, а это что такое? Непонятная штука.
Но к ней есть вкладыш. Какая-то сборка. Запускай колесико. Гном с табличкой. Наверное, учетчик записывает, сколько добыли руды. А этот смешной гном похож на Пьера Ришара в молодости. Нашел, скорее всего, золотой самородок и очень этому радуется. Даже не просто радуется, а походу обезумел. Ну да ладно. Блин, не могу без улыбки смотреть на этих гномов. Кто их такими сделал? Смотрите, какой красавчик. Но этот гном отвечает за готовку. На сковородке бекон жарит. Это какой-то обычный. Сумка через плечо. Наверное, в магазин пошел. Какой забавный. За подтяжки держится. А это, похоже, злая мачеха Белоснежки, которая заколдовала. Как у нее шикарный плащ. Причесочка с черными вкраплениями. Скривила губы настоящий злыдень. А рядом ее жаба ручная. А в руке еще, похоже, плетка. А нет, это плащ такой. Еще один трудяга-работяга. Ну и главная героиня Белоснежка. Серия «Белоснежка и семь гномов» 2006 года из киндер-сюрприза полностью собрана. Опять какая-то крутилка-вертелка-рисовалка. Фломастер Юла. Юла — любимая тема у киндера. А вот и крутая коллекция. Пещерные люди. И похоже, мне прислали ее всю. Давайте смотреть на фигурки. Ну, Юлу не будем смотреть. Это совсем не интересно по сравнению с вот этой серией. Пещерный человек сходил на охоту и добыл себе гамбургер, кока-колу и картошку фри. Качество игрушки отличное. Смотрите, какая у него улыбочка в предвкушении вкусного обеда. Правда, не очень полезный такой обед. Ну да ладно. Им в древности не привыкать, что добыл, то и ешь. Но это, похоже, старейшина племени, дедуля. Весь посидел уже, стоит с умным видом. Ждет, когда сынок картошку фри ему принесет. Думаю, как этот пещерный человек умудряется пить, чтобы у него из кружки ничего не выливалось? А он-то не стоит, а лежит. Поставил себе чашку на пузо и попивает коктейльчик лимонный. То есть смотрите, как красиво прическа покрашена. Сейчас уже таких красок в киндере не встретишь. О, а это Алекс Киндер Тойс в древности. Открывает киндеры и находит там маленьких человечков. И думает, из какой это серии, какого года. Какая-то разборная фигурка. Пещерные люди были совсем не глупые. Они находили на дорогах знаки «Осторожно, дикие животные» и высматривали диких животных. Ведь благодаря этому знаку они точно знали, что зверь тут водится. Так, ну-ка не падай. Это мама и маленький ребенок у нее за спиной. Так, а что это у ребенка? Раскладушка? Или бутылку он смял? Откуда у них раскладушки? Ну хотя да, в древности люди по раскладушкам разговаривали. Это сейчас у всех смартфоны.
Но это хакер. Хакает ноутбук при помощи молотка и зубила. Древний язык программирования. А вот и спортсмен подъехал на своем скейте. Правда, стоит он за ним как-то интересно. Двумя ногами, голова вперед, руки за спиной. Наверное, с горки катается. Колесики у скейта крутятся. Эта девочка пошла погулять и в сумочку положила большую дубину, чтобы от маньяков отбиваться. Какая милая фигурка! Обнял своего любимого плюшевого мишку. Серия «Пещерные люди» 2003 года из киндер-сюрприза полностью собрана. Последний пакетик остался. Опять какие-то цветочки, лепестки, юлы. Как я понимаю, сборка. Вкладыш нам расскажет. Да, на них надо дуть. И что-то с ними произойдет. А что с ними произойдет, мне даже совсем не интересно. Не люблю вот такие сборки у киндера. Коллекция с муравьями-спортсменами. Bill Body. Der Super Sportler. Немецкая коллекция. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фигурок. Такая мне серия тоже не встречалась еще. Посмотрим на игрушки. Ух ты! Муравьишка-покерист. С бородкой, деловым видом стоит. Похоже, флеш-рояль собрал. А может, это не покерист? Может, это судья? Хотя нет, в руках у него карты. Правда, а вот одет он как судья в футболе. Голова у него забавная. Так, а это кто? Боксер. Правда, он что-то не хочет драться, а цветочек показывает. Согласен на ничью. А то ему уже нос подбили. А это теннисист. Тоже с цветочками играется. Не хочет в теннис играть. Ракетка у него забавная, в виде сердечка. И кто-то его поцеловал. Так, клюшка не хочет вылазить. Как правильно клюшкой замахиваться, так или так? Ну, неважно. Гольфист. О, кто это ему мячик держит? Да это крот на носу. Ты поаккуратней с кротом. По носу ему не заедь клюшкой. А вот и футболист. Правда, по-моему, мячик он расплющил. Под номером 7 выступает. Но это пловец. Первое место занял по плаванию. По-любому, благодаря вот этим нарукавникам. Штангист. Качается гантелькой. Ногу поставил на блины. Блины-то не шуточные. 50 килограмм, 75 килограмм. Здоровый парень. О, это не спортсмен, а болельщик.
смотрит матч по телевизору. Тут у нее и дудка есть, бутылка с чем-то вкусненьким, чипсики. Прикольно. Вратарь. Поймал мяч и заодно решил цветочков насобирать. На бутсах у него даже шипы сделали. И последний муравьишка. Это бегун. И соревнуется он с улиточкой. Так, а кто кого обогнал? Наверное, улиточка. Он все догнать ее не может. Серия «Муравьи-спортсмены» 1993 года из Kinder Surprise полностью собрана. Это круто. Ох и большая посылочка была от Евгения. Спасибо тебе огромное за целых 3 коллекции раритетных киндеров. И у меня осталась последняя посылка от Дарьи. Внутри пакетик. Так, ух ты, веревочка перевязана. Как интересно. А здесь у нас шоколадочка. Озеро. Такое еще не пробовал. Темный шоколад с лаймом. Интересно, с чайком сегодня попью. Правда, маленько погнулась, но ничего. Ух ты, бумага какая прикольная. Сразу видно, посылочка сделана с душой. И что у нас тут? А тут у нас конфетки. Неужели это каждую игрушку в виде конфеток упаковали? Точно. Вот это прикол. И первым попадается пингвин. Вернее, пингвиниха. Нарядилась куда-то, идет с деловым видом. Так, разворачиваем следующую конфету. И здесь у нас крокодил-спортсмен. Или тренер. В руке у него секундомер. На шее свисток висит. Коуч, точно, тренер. Крутая фигурка. Это все игрушки из раритетных киндеров. На память я, конечно, года и коллекции вам сказать не могу. О, пингвин-официант, похоже. Идет к даме ее обслуживать. А может, ее кавалер. Конфетки-бараночки. Слоненок. Лакомится коктейлем. Удобно ему пить, трубочку даже не надо. Хобот засунул в стакан и пьешь. Ну это точно официант. Даже не официант, а бармен. Коктейль делает. Люблю игрушки из старых коллекций. Сделаны они круто. О, это дракончик-медсестра. Чемоданчик у нее в руке. А в этой бинт. Кому-то перевязку будет делать. Еще один крокодил. Этот любит почитать. Смотрите, какая стопка у него под мышкой. Пальчик вверх поднял, а какую-то мудрость рассказывает. Или только что прочитанное. Еще один пингвин стоит, похоже, за барной стойкой, скучает.
Динозаврик? Этот динозаврик строит себе дом из кирпича. Но пока у него не очень получается. Стенка-то кривовата. Так, это тоже крокодил. Поговорил о книгах и присел отдохнуть. В одной у него руке молоко и бутерброд. Какая красотка! Стоит со скромным видом. А на спине у нее дырка. Здесь, похоже, что-то должно быть. А что, непонятно. Пингвин пришел на свидание с букетом цветов. О, динозаврик-прораб прилег отдохнуть в белой каске. И пока прораб спит, где этот парень? Вот такие стенки выкладывают. Не досмотришь за динозаврами, они вот такие дома построят. А этот пингвин, походу, перебрал за баром. И сейчас идет потихоньку домой. А это динозавр-сантехник. Трубы гнет только так. О, ребята из университета монстров. А мне уже такие есть? Эти повторные. Последняя конфетка. И здесь официант нес блюдо и случайно уронил на себя. Незадача. Спасибо Дарье за такие замечательные игрушки и, конечно же, за шоколадку. Вот такие шикарные раритетные игрушки из киндер-сюрпризов и не только мне прислали мои дорогие подписчики. Еще раз спасибо Елене, Светлане, Евгению и Дарье. Благодаря вам моя коллекция отлично пополнилась. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с шоколадкой.